Региональный центр спортивного тестирования «Стань чемпионом» развивает успешное сотрудничество с департаментом образования Омска и будет проводить больше выездных туров в школах города. 11 апреля возможности инновационного оборудования, которое используют сотрудники центра, были представлены в школе номер 48. «Стань чемпионом» – федеральный проект, и мы его поддерживаем. Он активно продвигается и Министерством физической культуры Омской области. Он позволяет детям на ранних этапах определиться со своей способностью к физкультурно-спортивной деятельности. А системе образования дает хорошую возможность более эффективно использовать те методы и средства, которые мы применяем в дополнительной, можно сказать, внеурочной деятельности. Региональный центр тестирует детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет. Обследование на современном аппаратно-программном комплексе проходит 4 этапа. Оценивается множество показателей, после чего детям и родителям даются рекомендации по выбору вида спорта и список бюджетных спортивных школ. Мы начали сотрудничать с департаментом образования, потому что мы все-таки нацелились на то, чтобы помочь деткам на начальном этапе найти подходящий вид спорта, приучить их к физической культуре, не только к спорту. Комплекс мобильный, что мы сегодня показываем. У нас есть возможность выезда не только в спортивные школы, в общеобразовательные школы, когда мы договариваемся с руководителями учреждений, приезжаем на несколько дней, на неделю и проводим наследование уже на месте. В 48-й школе уже есть ученики, которые самостоятельно проходили тестирование в центре и теперь успешно занимаются по рекомендованным направлениям. Так, София Абраменко по результатам исследований направилась в секцию легкой атлетики в спортшколу «Красная звезда». Я очень хотела заниматься спортом, но не могла выбрать, каким же хочу. После тестирования мне подсказали, и я пошла на этот вид спорта. И у меня все получалось, я была рада. Большое спасибо хочу сразу сказать организаторам действительно за эту программу тестирования спортивного. Нам она очень помогла, потому что от природы у ребенка есть спортивные задатки физические, как бы. И мы не знали, куда именно ее отправить. И вот после тестирования все выяснилось, мы сразу рядом с домом нашли себе место, определили, и сейчас она занимается легкой атлетикой. В принципе, успешно, тренер доволен, она сама очень радостно приходит с тренировок, что у нее все получается. Подать заявку на проведение тестирования в учебном заведении можно на сайте проекта «Стань чемпионом».